Добрый день, друзья! Все животные нас умиляют, а очень пушистые словно созданы для того, чтобы их бесконечно тискали и обнимали. Некоторые такими созданы самой природой, но многие – дело рук селекционеров. Сегодня я расскажу о самых пушистых животных на нашей планете, но вначале напомню, что вы можете подписаться на наш канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Приятного всем просмотра! Взрослые королевские пингвины мало чем отличаются от других видов этих птиц. Но вот птенцы выглядят очень необычно. Они имеют бурый окрас, обладают очень мягким и пушистым мехом и являются одними из самых очаровательных пушистых животных. Малыши очень любят купаться и нырять в ледяных водах. Альпака – животное семейства верблюжьих. Их можно найти пасущимися в Андах, горах в южной части Перу, Эквадора, Боливии и Чили. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с их шерстью. Она имеет свойства овечьей, но в 7 раз теплее, практически непроницаема и не вызывает аллергии. Шерсть не имеет жира, поэтому изделия из нее долго не загрязняются. В древние времена шерсть альпака называлась золотом инков и была местной валютой. Степной кот манул – хищник, обитающий в горных и степных районах Центральной и Средней Азии. Обладает примечательной внешностью. От обычной кошки манул отличается более массивным телосложением и очень пушистой шерстью. В высоких горах и снежных степях обильный волосяной покров степного кота выполняет функцию грелки. Благодаря невероятно плотной и пушистой шубке манул может выдерживать температуру до минус 50 градусов Цельсия. Песцы обитают в полярных районах планеты, поэтому имеют толстый и пушистый мех. Его необычная система теплообмена позволяет зверьку переживать аномальные морозы до минус 70 градусов по Цельсию. Пушистый хвост не только защищает хищника от мороза, но и помогает ему удерживать равновесие. В отличие от других полярных животных, песец способен менять цвет и густоту шерсти в зависимости от сезона. Белёк – детеныш гренландского тюленя. Невероятно милый и пушистый зверек. Эти малыши похожи на белые комочки с черными глазками-бусинками. На самом деле их шерсть вовсе не белая и мягкая, а прозрачная и жесткая, что не делает их менее привлекательными. В возрасте одного месяца они сбрасывают свою очаровательную шубку и абсолютно лысые ныряют в ледяные воды. Альбатросы считаются одними из самых крупных летающих птиц, обладающих размахом крыльев до 3 метров. Их маленькие птенцы выглядят как пушистые шарики. В прошедшие столетия популяция птиц резко снизилась вследствие массового истребления птиц ради перьев для дамских шляпок. Все виды альбатросовых находятся под охраной Международного союза охраны природы. Плюшевая корова. Процесс долгого труда селекционеров из США. Коровки получились невероятно милыми, у них непропорционально короткие ноги и аномально длинная и шелковистая шерсть, отсутствуют рога и вымя. За пышным мехом коров ухаживают при помощи профессиональных косметических средств и сушат феном. Милыми плюшевые коровы остаются лишь до года, потом становятся похожими на обычных коров. Хотя порода до сих пор не признана официально, цена одного теленка может измеряться десятками тысяч долларов. На первый взгляд китайская шелковая курица напоминает комок шерсти с клювом и является отличным украшением любого двора. Их разводят не только ради диетического мяса, но и ради перьев, которые напоминают кошачью шерсть. Перо не имеет остевого стержня и легко распадается, покрывая все тело птицы. Перья шелковистых куриц используют в промышленности так же, как и овечью шерсть.
Небольшие грызуны из Южной Америки, шиншиллы, имеют длинный, густой и мягкий ворс, из-за которого на них долгое время вели охоту, что привело к значительному сокращению популяции этих зверьков. Из одной волосяной луковицы у шиншилл вырастает до 80 волосков. Мех шиншиллы настолько плотный, что в нем не заводятся никакие паразиты. И вот он, пушистый король, ангорский кролик. Это огромный меховой клубок, шерсть которого достигает 25-30 сантиметров в длину. Этих милых животных вывели в Турции для двух целей – добычи шерсти и содержания в качестве домашнего питомца. Несмотря на высокую пушистость, мех кроликов не вызывает аллергии, поэтому он является идеальным любимцем для аллергиков. Чтобы шерсть кролика оставалась красивой и не комкалась, ее нужно вычесывать не менее двух раз в неделю специальной щеткой. Друзья, пишите в комментариях, какие еще животные должны были бы попасть в данный рейтинг. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если вам понравилось, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная вселенная». Всем здоровья и до новых встреч!